Это вот станция канатной дороги Чумбулак. Здесь пересадка на следующую ветку. И потом идет вот туда канатка, на Талгарский перевал. Вот сверху, с Талгарского перевала, можно до сюда доехать, докатиться, долететь. На пути от Чумбулака до Талгарского перевала есть одна промежуточная станция. Вот когда мы ехали к ней и только-только миновали батарею снеговых пушек, наша кабинка внезапно замедлила ход и встала, потихоньку покачиваясь. Народ стал перешептываться и тревожно оглядываться по сторонам. Длилось это недолго, не более 30 секунд, но мысли с непривычки появились разные. Затем мы поехали дальше и добрались до станции Средняя без каких-либо новых приключений. Это вот промежуточная станция. Теперь предстоит подняться вот туда, на самый верх, на Талгарский перевал. Этот последний этап стал самым коротким из всех. 1200 метров по склону горы и 370 метров по вертикали. Последняя станция, высота 3200, Талгарский перевал. Панорама с верхней точки Талгарского перевала. Еще одна линия, последняя, которая спускается с Талгарского перевала в левый Талгар. На этой станции, на которой я вышел, спускаясь, тоже нельзя ехать вниз на креслах, только в кабинах. Поэтому сейчас перехожу на другую станцию, вот по этой дороге. Там можно спуститься вниз на кресле. Вот на этой станции сейчас я в кресло сяду и поеду вниз. Вот, наконец удалось мне добраться до кресла, и теперь плавно спускаемся в абсолютной тишине. Еду, вообще не слышно, как работает канатка. Станция Чумбулак сверху. На этом ролик завершен, путешествие закончено, всем хорошего дня и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые и интересные ролики.